Всем привет, с вами Фоксон, и мы здесь нашли голема. Я, в общем, как сумасшедший побегал по карте. Сюда слетал, здесь полетал, и вот нашел наконец-то деревню. На самом деле, деревня мне зачем нужна? Чтобы поторговаться с торговцами, которые по древесине, чтобы они мне дали... В обмен на палки они мне дали эндермановские глазки. Эндермановские глаза. Вот сейчас только ищу кроватку, чтобы они все... Заставить их всех выйти из своих жилищ. Значит, ни одной кроватки не могу найти. Хоть одна кровать есть вообще в этом доме? Что, серьезно? Ужас какой. Вот, я буду либо менять пшеницу на... торговаться пшеницей либо палками. Вот, я надеюсь, что здесь есть все-таки какой-то дровосек, с которым можно этим заниматься. Блин, что за жизнь вообще у вас происходит? О, кровать хоть. Ура. На самом деле, мне не страшно то, что у меня там сбросился респаунпоинт, но... Потому что, в принципе, сейчас умереть очень трудно. Вот, энергия у меня потихонечку зарабатывается. Пошли искать нужного жителя. Что делаешь? Бумагу на эмеральды. Нет. Бумагу на эмеральды. Котенок, привет. Есть кто еще, ребятки? Где-то я вас тут видел, ребята. Вы что, где все? Мау-мау. Ты что делаешь? Ничего не делаешь. Ты у нас с профессией, да без профессии. Тебе я могу сделать weed-блок. Сейчас попробуем. Кстати, интересное занятие. Это пытаться заставить жителя. Пытаться заставить жителя. Обрести профессию. Не помню, как это делается. Вот так вот вроде делается. Берем Hail Bale. И толкаем этого чувака на Hail Bale. Ладно, дубль 2. Вот Hail Bale у меня пропал. Нет, мне нужен именно Hail Bale. Дубль 2. Да, в смысле? Ай. Упс. Вот у нас и нет жителя. Ладно, здорово. Сейчас придумаю что-нибудь, поищу чуваков... Он, кстати, тратится, видите, энергия. То, что меня бьют. Буду искать, в общем, деревню с чуваком, который торгуется пшеницей либо палками. И когда что-нибудь найду, уже вернусь. Это что-то тут вообще грустно все. Так что продолжаю дальше, как сумасшедший, летать вокруг карты и искать деревни. Кстати, выглядит это примерно так вот. Очень интересно. На самом деле, я просто летаю, открываю чанки, и потом по карте смотрю, что где вообще, какие генерации, где есть. Иногда бывает так, напрыгивать сразу на здание. Вот так вот. Что-то я попробовал выкрутить в настройках на 32 этих. Рендер чанков вокруг на 32, и что-то у меня система аж чуть не вылетела. Так, чувак, что делаешь? Сказывай. Unemployed. Hail Bale, тебе. Стой, пиши сюда. Hail... Я стой сказал. Ты куда свалил? Я говорю, держи Hail Bale. Как дела? Эх... Так, не надо так вылетать. Не уверен, конечно, правильно ли я делаю, но вроде как эта штука у них стояла. Может быть, ему компост надо поставить, я не знаю. Ну ладно, пока подождем, поищем пока чувака-фермера. Вот он, фермер. Это очень хорошо, потому что мы можем поворачивать пшеницу и меняться с ним на пшеницу. Во-о-о, он картошку хочет, отлично. 26 картошки на 1 эмеральд. Жирновато для тебя, чувак. Чё ты там занимаешься? Клерик на Тайсе. О май гуднес.
Так, где-то еще чуваки должны быть. Так. Этот Ньювит. Вот он, Флетчер. Вот ты мне нужен, Флетчер. Я не буду совершать ошибку в этот раз. Я пробую загнать его в дырку. Чтобы он у меня никуда не... О! О! Гениально! Теперь у меня здесь есть Флетчер. Которого случайно главное не убить. Хочет палки. Ставим марку. Флетчер. Сейф. Вот. И идем, на самом деле, рубить деревья. Думаю, сейчас пробежимся туда. Просто побегаем, порубим деревья и... Пойдем меняться к Флетчеру. Я накопаю эмералики, и в дальнейшем он мне сможет дать мои... Оф, нормал слово. Так, мне так быстро не надо, пожалуйста, бегать. Мне можно дать эмеральдики, потом мы сможем поменяться на... На глаза эндермена. Вот. Надеюсь еще, что мы найдем торговца, который нам сможет слаймболы давать. Потому что это тоже полезная штука. Как просто вообще все это копать. Просто зажимаем этот Y. Ну, точнее, тильду. И с магнитиками это прям потрясающе. Сколько у нас дерева много? Ну, на самом деле мало, если честно. И по-хорошему, нам бы сейчас поставить телепорт в эту деревню и сбегать на базу и прогнать все вот эти деревяшки через Sawing Factory, то есть через мясопилочку. По-хорошему надо это сделать так вот. Прикольно. Ой, не надо мне тут это делать. Поэтому пойдем поставим ферму. В смысле этот. Вот он, Флетчер наш здесь стоит. Посмотрим, если мы из деревяшек делаем 6 деревяшек, из 6 деревяшек получается 36 умножить на 6, 36 этих. А так из 6 деревяшек получится 24, да. Поставим здесь телепортер сейчас. Нам нужно, кстати, покажу, как его делать. Телепорт фрейм. Да, телепорт фрейм. Телепортер. Сейчас мы все сделаем. Телепортер есть. И квантум еще. Это глопортер нужен. Это у нас этих штук нету. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16. Чтобы энергию дать. И что делаем? Во-первых, нам надо защитить нашего жителя от влияния злых сил. Так, это все скидываем, 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 скидываем. Все, скидываем. От влияния злых сил. Поставим телепорт прямо здесь. То есть мы берем, ставим телепортер. Так, стоп, уменьши, пожалуйста, скорость. Нормал. И вот это закрой. Ставим рамочку. Даем ему энергию. Снизу поставлю, на самом деле. Quantum Teleporter, Energy, отключи. Энергию Output наверх. Энергия у него есть. Апгрейды, я не знаю, смысл Unhorm ставить. Смысл там есть, может быть, даже есть. Unhorm Upgrade. Может быть, даже в этом смысл есть, но не знаю в чем. А по чанку он находится внутри чанка. Да, Флетчер находится внутри чанка. Поставим тебе чанк тогда. Анхор. Частота у тебя home. Отлично. Так. Я дурачок. Я поставил home.
А, подожди, чистота home. А если я буду контур теплопортером делать, что будет? Так, я телепортирую сюда, а потом на базу. Ну ладно. А, так, берем наш Soulming. Soul Infectory. Soul Infect. Precision Soulming. А еще нужно тир апгрейды поставить. А, берем, наверное, не то чтобы прям вины надо ставить. Наверное, я все-таки поставлю сундук. То есть обязательно мне нужно поставить сундучок. А, чест. Наверное, честы у меня вроде здесь есть. Да. Поставим честы, эти штуки. А здесь мы найдем тир. А здесь есть тир апгрейды, кстати? Здесь нету. Отлично, basic берем, advanced берем, сделаем таких штук, раз, два, три, таких штук берем, elite берем и ultimate. Еще одну хочу. И да, вот так вот, и ultimate. Супер. Это мы скидываем сюда. Итак. Наш Precision Soulmill будет стоять где-нибудь, не знаю где. Поставить ее надо где-нибудь, чтобы она... Ну, можно прямо здесь поставить ее, хотя как-нибудь энергию воткнуть, и хрен его знает. По-хорошему надо бы, чтобы она сюда отдавала все. Точнее, в эту трубу. Точнее, не в трубу, а прямо вот сюда. Можно поставить его здесь внизу, кстати. Только как она будет энергию в себя впитывать, вот это вопрос хороший. Вот хрен его знает. Да я думаю, спереди можно поставить ей энергию. Типа, я сейчас проведу по низу или боку. Как же неудобно-то все, пипец. По низу или по боку? По боку. О! Берем наш Universal Cable. Прям наши университеты, погнали. Погнали сюда. А, наш Precision совмил. Ей ничего такого не надо делать. Мы тебе в лицо втыкаем энергию. Закрываем все здесь камушком, который мы выкинули только что. Берикс. Закрываем все камушком, это все лицевую сторону. Яникс. Да, в принципе, мне ничего не надо. Цепляться к ней никак не надо. Так, хотя... Мне достать надо апгрейды. Апгрейды. Энерджи. Вы как делаете, ребята? Инвентарь is too full. Это выкинуть. Делаем наши апгрейды. Апгрейды как делается? Да. А спид апгрейды я сейчас дадим. А, я хотел в нее воткнуться как что-нибудь, хотя она будет сейчас ультимативно, поэтому мне кажется. А, ты у меня даже проапгрейжена, шикарно. Ты у меня еще и проапгрейжена. Тогда запихиваем тебе все апгрейды. Basic Installer, Advanced Installer, Elite Installer, Ultimate Installer. И запихиваем тебе все деревяшки, которые у нас есть. И отдаешь ты предметы куда? На, правильно, наверх. Тебе предметы даешь наверх. Молодец. Отсюда она будет панки еще вытаскивать. Панкс. Да. И соудаст еще. Панкс соудаст. Мы все так кладем. Здесь, в принципе, ничего больше не надо. Это мы тоже уберем. Итак. У меня там есть флетчер, который... А сюда ты запихивать будешь планкс.
Это, по-моему, гениально. Сюда это зап... Ой, нет, не в Enricher, мне же надо планки с этого запихивать. Делит. Планки мне надо запихивать сюда. А воткнуться здесь я не могу к нему. Говорит, печаль. Ладно, вручную запихаю планкса ему. Планкс. Да, вообще все. Сначала березовый прогоним. Как бы сейчас не столь важно прям автоматизировать это производство прямо. Сколько просто сделать сколько-то штук. Чтобы они... ну, палочки просто обменять на эмеральды. То есть получить какое-то количество эмеральдов и на этом закончить. Вернусь, когда все обработаю. Так, ну вот, я все сделал. Еще сделал некоторые апгрейды. Какую-то геотермальную генерацию, которая берет геотермальную энергию от окружающей среды и улучшает защиту против греющихся всяких источников. Вот, бежим к нашему Флетчеру. Привет, Флетчер. Как твои дела? Стиков у нас очень дохрена. Прям очень дохрена стиков взяли для него. Ну что, давай меняться? Ты стал unemployed? Серьезно? Забавненько, забавненько. Это означает, что нам сейчас придется искать Флетчера? О, Флетчер, привет. Меняемся. Generation. Пошел, да? Стоп, 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 стоп. Ага, больше не даешь. Хорошо. Что будет меняться? Давай еще меняться. Так. Во, Journeyman. Молодец. Ладно, иди гуляй пока. Не думаю, мы тебя найдем попозже. Луки скинемся. У тебя есть к там кровать? Можно тебе выгоню отсюда? Сам посплю. Так, хорошо. Флетчер, давай торговаться. Это ты больше не даешь. Я могу тебе давать флинты, подожди. Этим могу ли давать флинт? Да елки-палки. Флинт. Флинтов у нас мало. Сколько флинтов хочешь? Куда побежал? О, песель, привет. Шиба. Прикольно. Так, ты хочешь флинты, да? Либо ниточки. Как она? Вул. Можем себе вулу забрать, а еще можем из вулы сделать ниточки, да? Ведь можно ведь крашили, да? String называется, я что-то просто забыл. String. Ладно, бежим на базу тогда. Бежим на базу. И делаем себе флинты. Чтобы сделать флинты... Ну, во-первых, шерсть мы засунем в этот, в крашер. Поторгуемся с ним еще немножко вот этой фигней всей. И нам нужно сделать флинты. Флинты. Раз, два, три, четыре. Там, получается, крашим и энричим. Флинты у нас, на самом деле, здесь находятся все. Да, флинты все здесь. Даже ничего забирать не надо. Все, телепортируемся обратно. Там упал опять. Флетчер, ты где? Флетчер. Помню, ты убегал сюда. Вот и да. Да, да, да. Стоп, стоп, они. Давай меняться. Молодец. Journeyman. Эксперт. Стоп, они по выстреляну. 25, 20. Все, это больше не хочет. Ниточки хочешь? Держи ниточки. Ниточек мало, да?
Перьев у меня нету. Давай меняться тогда. Это самое дешевое. Эксперт. Мастер стопани. Ты меняешь эти штуки. Tripwire hook. Как это делается? Воу. Ладно, стопани выстраиваем. Сейчас мы это сделаем. 64. Стоп, 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 стоп. Давай меняться. Угу, отлично. Ты еще мастер? Мастер, хорошо. И на сегодня, типа... Угу, то есть он нам ничего не дает. Супер. Пойдем искать фермера. Ты unemployed. Я-то думал, что у нас получится. Пойдем искать фермера. Где-то тут и должен быть фермер. Где-то тут должен быть фермер. Вот там он. На, компост является его рабочим блоком. Эврика. Привет, фермер. Угу. Девайс. Перентис. Менять я с тобой ничего не могу. Ладненько, давай смотреть. Мод. Минекрафт. Минекрафт. Кэрот, кэрот. Картошка. Картошка мне нужно еще забрать отсюда всякую. Wheat, не wheat. Wheat, wheat. Так, привет. А, pumpkin. Pumpkin есть у меня? Pumpkin. Две штучки. Слабовато, конечно. Он 6 штук хочет. В общем, торговаться будем. Будем торговаться, будем все выращивать, я так понимаю. Хочет он пампкины. Картошку. Грустновато. Пампкин это просто так не вырастет. Хотя. Вон. Пампкин. Птицы. Вот это херня. А, берем нашу хоя. И водичка. И water. Ладно, давай берем бакет тогда. Бакет. Угу. У тебя же здесь есть вода? Да, у тебя здесь есть вода. И. Все, у тебя нормальная генерация энергии. Надо убрать, кстати. Угу. Так копнем где-нибудь здесь вот типа раз, два, три, четыре. Здесь копнем эту штуку. Вылим водички. Возьмем мотыгу. Лобысь. Делаем наши pumpkin seeds. Садим как угодно, вообще как попало. Берем наши косточки и делим. Делаем вот так вот. Молодец. 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 Оп. А, он. Понятно, начал мне это все рассаживать. Молодец, Дени. Водичка замерзла. Бывает. Все-таки это не такая полезная штука, вот этот апгрейд. Ну, я думаю, мы просто сейчас уберем и будем носить рюкзачки на случай путешествий по водичке. Как дела?
Блин, 26 картошки, ты вообще с ума сошел. Все-таки те фермы, которые мы там выращивали, были полезными. Ладненько, на этом мы закончим нашу серию. Будем пытаться с помощью жителей не то чтобы эмеральды, мне не столько эмеральды нужны. Плачер, привет. А, подожди, Трифайр Хук. Ты снова им торгуешь? Трифайр Хук. Ты снова им торгуешь, да? Ну-ка, стопани побыстроляну. Вы что, все собрались тут? А? Чё это происходит? Прикол. Что такое? New Vitamin Poet. Еще один Флетчер. Стик. И тут еще один Флетчер. Привет. Стопани, пожалуйста. Да, веселуха с этими, конечно. С этими ребятами весело. Так, мы пойдем обратно. Где тут еще новайсер? Новайс Флетчер. Unemployed. Клерик. Клерик-то понятно. Это что? Dirt Pass. Что у вас происходит, ребята? New with Fletcher Master, Unemployed. Fletcher and Parentis. Ага. Я подозреваю, что мне надо торговаться, пока он вообще не перестанет торговаться. Кто пропал опять? Стой, остановись, пожалуйста. Угу, супер. Journeyman. Стопэ. Перышки, ниточки. Угу. Где-то еще эксперт у нас был. Ну, ладно, надо поспать просто. Вот так вот. Посмотрим, что с ними можно сделать. Unemployed, new вид какой-то. Мне нужны мои флетчеры. Флетчер, стой. Остановись ты, пожалуйста. Эксперт. А, ты не можешь, да? Понятно. Ты пока не можешь. Где-то там мастер бегал. Флетчер мастер. Стоп, вот он. Вот он? Да-да-да, это он. А, это клерик. Дурацкий клерик. Тыковки, как дела? Надо, на самом деле, тыкву немножко по-другому посадить. Чтобы она всегда могла куда-нибудь кинуть себя. То есть типа того. Ты кто, мастер, не мастер? Эксперт. Где мастер? Что-то делают. Вот я снова могу менять палки на эмеральды. Ну, то есть, таким образом мы получаем способ генерации эмеральдов. И когда-нибудь, если нам повезет, мы можем выбить... Ты куда пропал? Чего вы такое делаете? Ты в невид. Где?
Стой. И вот с этим эмеральдом мы можем продолжать делать наши апгрейды дальше, на самом деле. Супер хорошие новости. У нас есть теперь эмеральды. Потому что из них делаются какие-то... Типа Vision, вот эта вот хрень. Я тоже сделаю, наверное, все-таки за кадром. О, вот. Третий клевовой драйв. Можно сделать. Что еще? Эмераль даст. Ничего себе, а что из них делать можно? Эмераль. Какой. Какое удивление. Отлично. Что, кстати, у них по Brittle Synergistic? Прикольно. В общем, здорово, что... А, вот смотри. Клерик на пятом уровне может там давать эндерперлы. Да ведь? Блин, это круто. Но нам нужно кормить клерика. Нужно кормить клерика чем? Пойдем кормить его пока что эмеральдами. Вот. То есть тут на самом деле все просто. Я сейчас делаю палок. Делаю дофига палок, делаю дофига флинтов, например, набираю. Это клерик? Нет, не вид. Где там клерик набегал? Вот, и продолжаю кормить этих жителей. И буду клерика накармливать эмеральдами, чтобы у меня он дорос до пятого уровня, и чтобы он не смог давать эти эндерперлы. Так что спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной, и я продолжу баловаться с жителями. И увидимся уже в следующей серии, я так понимаю, когда... Когда я накормлю крелика. Ой, когда я накормлю крелика. Клерика. Крелика. Привет. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.